Приветствую, друзья мои. Сегодня на ремонте у нас стиральная машинка Мили. С ней с неисправностью потухла. Значит, снял я модуль с нее. Шимка развалилась вообще. Значит, хорошо, что удалось найти от нее крышку, которая отвалилась вверх. Значит, там ТНУшка стоит 276. Значит, бахнул варистр еще. Вот здесь что-то все закопченное, непонятно. Надо будет выдергивать разъем, смотреть, что там случилось. Пластиковый. С этой стороны почему-то дорожка вот в таком состоянии. То есть, сейчас будем все это дело прозванивать. Теперь уже прозванивать диодный мост. И все, что связано с блоком питания. Значит, очень похоже на то, что домой прилетело 380. Но клиент уверяет, что вся техника работает. Только машинка потухла. Значит, резистор на входе тоже бахнул. Как-то все это очень странно. Вообще, конечно, у Мили очень надежные модуля. Ушатать просто так их очень тяжело. Все как бы очень продумано. Вообще, как мне очень нравятся эти машинки, чисто технически. Внешне, конечно, на вкус и цвет, но технически они, конечно, сделаны более надежнее, чем современные. Все остальные, но как бы стоят тоже в разы подороже. Ну, в общем, ковыряем блок питания, меняем и дальше смотрим. Так, выпил я две рулюшки, вот отсюда и вот отсюда, снял разъем, здесь дорожки нет, и здесь тоже обрыв, надо будет все дело восстанавливать, и да, я думаю, что по-любому 308 сюда прилетело, значит, далее, мы все это дело проверяем. Как я говорил, по резистору видно, что он в обрыве. Теперь смотрим диоды. Этот в КЗ. Прозваниваем транс. Все, в общем, меняем диод, меняем шинку, варистор, восстанавливаем дорожки и пробуем запускаться. Итак, все поменял на плате, все на место собрал. Попробовал на столе запустить через лампу, как обычно. Лампа не загорелась. Все, значит, поставили все на место. Пробуем включать. И машинка ожила. Все работает. Дверка открывается. Все. Вот такой вот небольшой ремонт сегодня получился у нас. Ну, всем спасибо. До скорых встреч.